Здравствуйте, Виктория. Это видео про ваш переходник Leica Air Canon с одуванчиком Лушникова. Вот он, переходничок с установленным чипом. Задняя крышечка. Вот, смотрите, это байонет от такой же Leica. Или почти такой же, но байонеты одинаковые. На байонете есть красная точка и есть вот такой рычажок на самом переходнике тоже с красной точечкой. Совмещаем и поворачиваем против часовой стрелки, вернее по часовой стрелке до защелкивания. Вот этот рычажок, он является пружинкой и защелкивается как объектив в байонете. И все. И спокойно вставляете в камеру, как обычно. Ориентируете вот по этой красной точке объектив с переходником. Я запрограммировал фокусное расстояние 135 мм, диафрагму 2,8. Время задержки входа в режим программирования 1 секунда. Ловушка фокуса включена. То есть пока нет фокусировки в режиме ваншот, вы снимок сделать не сможете. Ну, я вам прислал основу работы с одуванчиком, там все написано. Будут другие вопросы, пожалуйста, пишите. Или звоните. Всегда на связи, всегда отвечу. Вот, и когда вы хотите снять, хотя в принципе надели, и пускай она будет. Также отжали эту пружинку и повернули до красной точки, сняли. Вот видно вот этот вот фиксатор пружинный. Сейчас я упакую ваш переходничок и отнесу на новую почту. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.